Мрачноватенько, как и предполагалось. I don't know your name. I don't know your name. Та самая дверь, где хранятся все его воспоминания. Момент с его рукой, где у него была травма. Какой музон! Как первый раз. А, это вот тоже было по тексту. Вот тот самый шрам. Так что, подожди, если это... Так, стоп, подождите, миндалевидная часть. Ну, вряд ли был нож, это именно про это. Окей, этим ножом он себе вырезал шрам. То есть все эти шрамы, которые были впоследствии, это все травмы его, получается, прошлого. То есть, если мы помним по тексту, там было про его семью, про рак печени отца, про операцию, про болезнь матери, про операцию матери, все его воспоминания. То, что сделало его таким, видимо, этот шрам, который он сам себе сделал, получается, это есть олицетворение всего этого его прошлого. Потому что он же говорил, что все эти три клипа, они будут взаимосвязаны, одноцельный такой сюжет, где вот он, видимо, это вот все. Пока непонятно. Ну, про его плечо, про травму, окей. Это же оно было, наверное. А он еще и улыбнулся. А эта улыбка как была в Дочита и в Хагиме. Шога, твою мать. Прощание ли это? Типа дверь в новое. Классная съемка. Там таблетки лежат. Блин, я не знаю, я вот что на альбоме охреневал от этого инструментала. Кстати, альбом на ютубе забанили, поэтому он только есть теперь на Boosty. По ссылочке в описании. Там я говорил больше про альбом и все эти мысли свои по поводу. Короче, да. Это вот дверь, которая перед ним открывалась. Этот белый свет в конце туннеля. Видимо, который должен был бы олицетворять его новое я, с которым он уже покончил со старым. Но дверь закрылась. Аж сейчас такие спекуляции можно будет делать, просто капец. А что если это закрытая дверь? Вовсе не конец августа Ди. Хотя сам сюжет, это этот самый, как день сурка, он как будто постоянно обнуляется. И он видит себя со стороны того. Там была куча таблеток. Моя амигдала. Миндалевидная часть. Когда была «Спаси меня» или «Сохрани меня», как-то такое.
чтобы как бы сохранить что-то в себе, то, что... О! Я думал, будет клип совсем о другом. То есть там будет как-то более про его, про его переживания, какие-то проблемы. А вот тут такое все мрачное. Ну как это красиво снято, боже. Вот операция. Ну очень мрачно, очень. Почему он карабкается? Как же он охрененно снят. Сам себя увидел. Так, мне сейчас срочно нужен текст, потому что у меня есть одна спекулятивная мысль, которая, скорее всего, окажется неправдой. Сейчас я вернусь. Короче, у меня есть информация, она была еще на альбом, и вот он говорил то, что у него были сильные перепады настроения, когда он этот трек писал, и чтобы проработать как-то вот все эти вот моменты, он должен был вспоминать те плохие моменты и как-то вот их перепрорабатывать. И вот эта вот часть лечения, возвращение плохих этих вот всех мыслей, вот нет ли олицетворения всего вот этого вот в финальных кадрах, где вот был старый Шуга, именно Шуга, там травма плеча и все остальное, и вот был Агус Ди, который был за стеной. Ну, за дверью. И возможно, что вот тот самый Агузи, который постоянно был такой злой, агрессивный, который он, видимо, решил как-то освободиться, очиститься. И вот он просил помощи у своего альтер-эго, у самого Юнги. Возможно, как-то это вот они теперь... Ну, дверь-то же не открылась. То есть, как по мне... Опять же, спекуляции можно строить просто офигеть как много. Если дверь не открылась, то эти два образа, они все равно остались. То есть, как по мне, Агус Ди никуда не ушел. Возможно, он, скорее всего, еще вернется. Дверь не открыл. Хотя, возможно, это как было в фильме «Начало», когда тут в конце запустили Юлу, и непонятно, она... вертелась дальше, либо же она упала. То есть, думайте сами, что произошло. Открытый финал. Здесь, возможно, то же самое. Но дверь была заперта, он ее не открыл. Не знаю. По клипу, я не знаю, но теперь мы, видимо, понимаем, откуда у него этот шрам на глазу появился. Почему? Почему он стал, видимо, вот таким темным, агрессивным, именно Агус Ди. Ну и вот он в итоге он попытался спастись. А вот спасся его. Не знаю. Жду вашей версии в комментариях. Вы больше знаете. Возможно, вы увидели больше. Но, как по мне, здесь каких-то таких вот прям отсылок не было. Хотя я ожидал отсылки на Дэчиту, Хагим какие-то были, что были. Но их не было.
Тут чисто вот история того, как вот Агуздей, видимо, стал таким. И вот все это в целом. Короче. Вау. Просто вау. Музыкально я как будто ее впервые послушал. Блин, так она херено звучит. Ну и шука, блин. Просто я... Мое почтение. Дайте ему роль. Дайте ему посниматься в фильмах. Ну, же, блин, в комментариях писали, что он актер. Просто классный. Он бы мог уже какого-нибудь такого вот бэдгая сыграть. И было бы вполне органично. Трек «Пушка», клип «Пушка». Я вообще такого не ожидал, но вот он меня удивил опять. Пускай локаций было немного, но вот он из них выжил максимально все. Показал всю темную сторону, всю свою светлую сторону. Да, там были кадры с операционным столом, со всеми всем этого историей его родителей. Все было. Ну и да, воспоминания. Без него он не был бы тем, кем мы его видим сейчас. Поэтому надо их проживать, принимать, адаптироваться. И как-то так.